Минтранс Чувашии заявил о необходимости заменить микроавтобусы на маршруте Чебоксары-Новочебоксарск транспортом большей вместимости. К такому выводу ведомство пришло по итогам исследований пассажиропотока. По итогам мониторинга выяснилось, что наибольший пассажиропоток приходится на временной промежуток между 6:30 и 7:30 утра. Новые автобусы «Волга-Бас» отъезжали от остановок полные, но вмещали всех пассажиров. Между тем маршрутки проезжали переполненными. Для того, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров на маршруте Чебоксары-Новочебоксарск, Минтранс планирует поэтапно заменить микроавтобусы на подвижной состав средней и большой вместимости.